Шкода Кодиак. Большой, сильный, мощный медведь. Просторный салон, огромный багажник. Машина 2020 года. Мечта. Мокрая DSG 500. Мощный 2-литровый TSI с моментом 320 ньютон. Ледовские фары. Шикарный автомобиль. Большой клиренс. Полный привод. И все это радость за 2,5 миллиона рублей. Кто себе такого не захочет? Каждый захочет. Но покупая этот автомобиль, вы покупаете и его проблемы. А проблемы могут начаться с первого же дня владения им. Сейчас про эти проблемы. Стеклянный Кодиак. С первой проблемой столкнутся те владельцы, которые купили себе автомобили с богатой комплектацией. Обогрев лобового стекла. Обратите свое внимание на минусовой провод обогрева лобача. Он будет являться причиной поступления влаги, воды в ваш салон. Спросите меня как, спросите потом как это у дилера. Второе. У новых машин происходит брак заднего стекла. В чем проблема, никто толком не знает. То ли тонкие нити накаливания, которые создают точку нагрева, то ли какой-либо перекос, но стекла лопаются сами. На данном варианте мы видим, что автомобиль даже не успел приехать в салон, а уже стекло лопнуло. И это не единичный случай. Просто у людей во дворах ночью лопаются стекла. Все это меняется по гарантии, без проблем. Новые стекла, говорят, стоят уже лучше. Но такие косяки делают очень печальными владельцев этих машин. Потому что таких проблем у других автомобилей не существует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обо всем остальном узнаете позже.